К первой теме выпуска. Задержание Сергея Павлова, предполагаемого убийцы 4 человек на северо-востоке Москвы. Только что в распоряжении нашей программы оказались первые кадры допроса подозреваемого. На съемке видно, что держится мужчина вполне уверенно, он не прячет лицо и спокойно идет по коридору к следователю. И уже в кабинете с подозреваемого вот снимают наручники, начинают...